Так, доброе утречко-то, где ты проснулся-то, ё-моё? Ребята, куда едем-то, лифт-то куда, всё в один конец, что ли? Насобиралось здесь непонятно сколько народу. Так, и что это за место у нас здесь? Куда вы все ломитесь-то? Фига у тебя шапка модная, братан. Моднячая шапка, у тебя явно скажу. Так, а чё ждём-то? Что ждём? Типа город засыпает, просыпается мафия? Или что? Видимо, среди нас есть убийца. Ё-моё, Слендермен пришёл! Слендер убьёт всех! Не надо! Давай вали их всех, а то они мне надоели, в смысле, в лифту еду. Кто пердит, кто рыгает, кто ещё чем занимается. Давай, Слендер, давай! Молодец, работаешь! То ездишь тут с ними, понимаешь, и нормально ездить не дают. Нормальный консьерж Слендер, красавчик. Касатик просто. О, все, поехали дальше. Что-то вас, я смотрю, сильно ты и уменьшилась-то. Так, а что за музыка-то у нас здесь играет-то? Авторские права, небось, какие-нибудь наиграли? Может быть да, может быть нет, потом узнаю. Офигею чую. Может офигею, может не офигею. Вот такие вот делишки у нас здесь, ребятишки. Так, давай на следующее место приезжаем. Так, следующая остановка. О, нормальная хата, слушай. Может что-нибудь по камину врубить? Руби что-нибудь по камину, посмотреть хочу. В смысле, что здесь у нас происходит? Иди туда. Туда иди. Ты думаешь, оттуда кто-то выйдет? Ты думаешь, что-нибудь придет? Я надеюсь, что придет. И убьет тебя. Да по голове себе постучи, что ты стучишься-то, а? Что за... Что? Кто? Это Джефф-убийца! Джефф, давай! Давай, Джефф! Делай свое грязное дело! Руби их! Только не рыжую, она мне нравилась. Молодец. Я хочу один ездить в лифте. Фига ты, красавчик. Не, ко мне не надо, Джеб. Ко мне не надо. Красавчик, Джеб вообще работает. Во, я смотрю, тут у нас ряды порядились. Это замечательно. Это очень прекрасно, что наши ряды порядились все-таки. Нас стало чуточку меньше. Дышать как-то посвободнее стало. А то набьются... толпой, читать не умеет, грузоподъемность до 20 человек, добилась под все 40. Только посмотри на них, только глянь. Так, а это? О, 5 ночей с Фредди. Фредди. Блин, Фокси, ну за что ты меня, за что? Ё-моё, а? Не пережил я встречу. Да блин, дважды не пережил. Я так выживал, я так жил, у меня так получалось, я так старался. А чем все это закончилось? Непонятно чем. Правильно. Ну нормально здесь. Только зашел, как говорится, где родился, там и пригодился. Да, давай, Фоксян, иди куда-нибудь. Иди отсюда, ё-моё. Чё ты мешаешь-то нормальным людям? Я только падаю, умираю. А, просто потому что я падаю. Так а можешь кнопку нажать? Да блин. Тут молодец, закрыл внутри, запер всех и закрыл. Чё за человек вообще? Кто это сделал? Пойдем дальше. Так, куда едем? Во, нормально. Ты чё разлёгся? Давай вставай, сейчас будет приключение у нас, понимаешь? Давай, чё вы падаете все? Не падай духом, встаём, просыпаемся. Так, подожди, мы сюда же приехали, мы только что здесь были. Чё мы дважды приехали в одно и то же место? А вон и Фокс. Фокс энд Докс. Кто понял, тот понял. Подожди. Эй, ребята, откройте.
Открой! Открой мне! То есть мы приехали, здесь только Михан ходит? Михалыч, ты что там ходишь, гуляешь? Все, двери закрыты, мы здесь, видишь, заперты. Удобно, да? Прям приехал, тут охранник сидит, и вот прям сразу выход на место охраны. Нормально работаем, вообще не покладая рук прям. Что еще тут сказать можно, непонятно. Вот такие вот делишки у нас здесь происходят. Так. Чё, куда едем? Опять вы нас добил. Джеффа-убийцы на вас на всех нету, между прочим. Так, и что это? Я не понимаю, что это за место. Что это за станция? Станция переливания крови? Той, которую сейчас выльют из меня или что? Подожди. Что происходит? Почему я один на улице тусуюсь? Как он так быстро бегает? Нифига себе, он как гоняет. Нифига себе. НЛО. Что это? Это сиреноголовый, что ли? Это в натуре сиреноголовый, походу, был. Сиреноголовый. Обалдеть. Вот это да, вот это номер. Я посмотрел, я чуть не помер прям. Так, давай, давай, давай дальше. Поехали, поехали. Едем, едем, мы опять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, приехали. Так, а это что у нас тут? Просто что, НЛО сейчас прилетит или что? Ты смотри-ка, а. Обалдеть, натуре НЛО прилетело, всех забирает. Не надо? Подожди, пришельцы вышли. Вышли пришельцы. Что вообще происходит? Уходи, это наш лифт. Не бей меня. Что тебе надо от меня? Он зарубил меня. Так, давай, 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 побежали. Встаем. Как они так быстро бегают? Как они так быстро бегают, да? О, музыка какая спокойная играла. Я не знаю, как они так быстро гоняют. Так, давай, давай, давай. Поехали, чё, куда приедем сейчас? Кому в гости мы приедем? Сейчас узнаем. Так, а это что за место? Привет, красотка. Я Лёха. А тебя как звать? Не хочешь общаться? Ну ладно, падай в яму тогда. Так, и что у нас тут? Поклонения какие-то? Сейчас что, тут король Артур придет, что ли, или что? А по-русски можно, пожалуйста? Чё-чё-чё, на своём там? Англосаксском или на каком ты там? В смысле, чё, драм энд бас? Рейв начался, что ли, или чё? А чё я пройти туда не могу к ним? Фига себе он убивает, а ты кто? Ты мастер рейва?
Ничего не понял, что это было, но было очень-очень сильно интересно. Мы кого-то призвали. Зачем, непонятно. Вот такая вот случилась не... фиговина. И в рифму нифига, вот такие вот дела. Пойдем дальше. Чик. Надо было разобраться, что же здесь творится. Каждого было по клетке. Но мы знали, что скоро мы умрем все. Что там кто-то пробежал или мне показалось? Откуда? Это просто чувак так бегает. Ну и рожа у тебя шарап. Ё-моё! А ты кто? Нет! Нет, ты забираешь всех моих друзей! Просто уровень кринжа на максималках. Давай, вали их всех, они надоели мне в лифту уже все. Чё, ничего интересного тут нет, что ли? Все, поехали дальше. Так и не понял, что это было. Ну что-то это было. Фига себе, ты себе ноги накачала. День ног явно не пропускала. Я прям вижу по тебе, дорогая. Крис. Так, ну ладно. Так они все, смотрю, день ног не пропускали. Ноги качают все. Это модно, наверное, сейчас так гонять. А что, опять к себе голом пришли? Так мы тут уже были. Так, ну давай, Сирена, Сирена, головы, приди, так сказать. Так. Да что ты там воешь-то постоянно-то, а? Как жена моя будущая. Воет и воет, воет и воет. Стоит он там, ты посмотри на него. Что ты думаешь, нам страшно? Нет, нам не страшно. Мы вообще тебя не боимся. Прячемся у себя в домах. А что нам бояться-то? Ты просто стоишь и стоишь, ты ничего не делаешь, ты просто воешь. Все, давай идем дальше. Не, что ты можешь, как жена моя будущая. Смешная шутка, между прочим, кстати, только что придумал. Вот так вот. Ха-ха-ха. Всякую дичь собираю, а. Как я вообще здесь в этом кринже оказался? Так, ладно. Опять сюда же. Нет, если еще раз повторится, то все. Не, ну должно же быть больше каких-то разных мест. А то что-то одни и те же места заезжаем. О, нифига себе, в туалет можешь сходить. Занято! Занято, не все, не ходить сюда никто. Я в туалете, я сру. Я уже обосрался. Мне надоело это все дело. А то ходят там, понимаешь. Здорово, пацаны. Ничего тут не попутали? Вы что-то хотели от меня? Опа! Опа! То есть если я повернулся, он идет ко мне... А можно я зайду, пожалуйста? Пустите! Спасибо! В натуре, то есть поворачиваешься, они идут, это так, что ли, раб? А чё мы не выходим? А чё мы здесь все гасимся? Ты тоже, да, день ног не пропускала, смотрю. Обалдеть, в смысле. Я офигею нафиг. Чё творится-то? Тын-тын-тын-тын. Все, пошли. Будильник, говорит. Пора, говорит. Пора, пора. Все, давай, 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 выходим. Чисто так по приколу. Не, это все, в смысле. Все, ребят, по одним и тем же местам. Местам хватим. Хватим.
ходим, ничего нового не вижу. В одном тоже появляется. Я вообще не знаю, зачем это. Да мне надо что-нибудь коротенькое снять вам на воскресенье, на вечер. И что-то, короче, глаз почему-то на Roblox спал. Не знаю почему. Не знаю, почему надо скорее элеватор и так далее. Если понравилось, поддержите лайком, ребят, комментом. Не забудьте подписаться на мой канал, конечно же. Пишите комментарии, что вы об этом, обо всем думаете. Хотя я и так помню, что Roblox вы нифига не смотрите, что его можно как бы и не снимать. Что вам он не интересен. Мне просто интересно, что будет на том же... Короче, не на YouTube, что будет с это... Roblox, как себя там будет это все вести. Вот, как-то так. Как-то так. Кстати, вот удивительно, я зашел, и вроде не зашел даже ни один подписчик мой. Хотя обычно заходишь и прям налетает тут же. Ну, видимо, потому что я снимаю у себя во сколько? Час у меня сейчас стало времени, 9 утра у кого-то. Пятница, они спят, соответственно. Ну, либо в детском садике еще, в смысле. То есть, соответственно, не могут вместе со мной побегать. Вот, как-то так. Может быть, в школе. О, какое-то новое место. Давайте сюда напоследок зайдем, посмотрим, что у нас тут. Пещера. Эта пещера не предвещала ничего хорошего. Все эти десятки людей должны были умереть. Однозначно. Однозначно, вы должны все сдохнуть! Так, я надеюсь, меня соседи не слышат, а то мне по-любому думают, что у меня кукуха поехала уже давно. Так, окна вроде закрыты. Так, а чё? Кто где? А чё должно произойти-то, ё-моё? Обалдеть, это же этот Линк! Из легенд о Зельде! Это Линк! Ну ж Линк зовут, правильно? Типа его просто зовут Линк. Как ссылка, да, Линк? Только он Линк, да? Нет! Все, всем удачи, пока, Линк, ты победил! Все, давайте увидимся, покидаемся. Что это было, я не знаю, не задавайте мне таких вопросов. Я без понятия.